Крестный отец. Крестный отец. Грибы, да? Да. Ананас. Больше вверх. Ага. А тут уже другий, да? А вот пахнут грибами. А это кортинариус. А кортинариус отруйний, страшный. Отруйний? Вот это, да? Та ви шо? А на маслят похожий, зараза. Він зверху похожий. Ага, добре похожий. А там в нього гармошка під нього, да? Да, да, да. Гриби. А ну покажіть, яка. Котики в заповіднике живуть. Мерзавець такий. Вон мамка. Мамка і кицята. О, Канівський природний заповідник. Ми тут живемо. Ой, воздух який, боже. Ребята, нас поселили в люкс. Такий номер. Чистенький. Душ, туалет, душевая кабина, два полотенца. Туалет отдельно, санузел, бойлер включили. Это кухня. Вот на кухне есть мойка, чайник, смотрите. Все. Чашки даже такие красивые, смотрите. Там Днепр. Вот сразу. Паркет такой, ламинат, тумбочка, телевизор, две кровати, два кресла. Мне нравятся окна, вот такие, смотрите, узкие окна, как будто бы в каком-то таком, знаете, старинном особняке, который, знаете, вот так строился, такие окна узкие. Тут окно и тут, тут лошадиная картина. Еще одно окошко. Очень интересно. Шкаф. Есть телевизор. Мебель. Потолки высокие, по-моему. Повыше, чем в квартире. Покупался только что. Нет связи телефонной. Я не могу. Вот у меня три телефона. Два с карточками. Вот, пожалуйста. Только экстренные вызовы сверху. Вот. Только экстренные вызовы написано. Вообще нема связи. Я не могу никуда позвонить. Даже в такси мне не знаю, куда идти. На улицу звонить. Но просто реально нет связи. Не то, что интернет. Мне звонят и по ремонту. И мне надо знать, что там с мамой. Потому что мама остановилась там, где... Ну, в доме, да, у сестры Тамары. Там Люба, там все, ну, не все, тут часть людей здесь. Поэтому... А так вообще номера хорошие. Мне нравятся деревянные двери. Такие, знаете, то есть номер хороший, ничего не могу сказать. Катусня танцует там. Дискотека. Фонтанчик такой красивый. Это мы приехали в такой магазин. А, это АТБ был. Я не понял, что это за магазин. Такой здоровый в Каневе. У нас там нет связи мобильной никакой. Ай, не-не-не-не. Она села черемуха. Это как в 80-х. Танцуют он, люди стоят, смотрите. А черемуха! Давай! Як? А що ти не можеш? Нашов, так? Так, все нашов. Шоколадку йогурт. В общем, нашли інтернет в цьому вищому общежитті. Тут є, нашли там этот Wi-Fi. Там вроде нічого, але там воно ж закривається. Ти ж не будеш лазити по всім общежиттям. Чесно, Коля, слышиш? Ти не знаєш, коли в мене юбілей каналу? 23 часа. Не 22-го? Ну, 23-го. Я помню. Я даже не смогу прочитать ваши поздравления толком, поэтому...
Спасибо, если поздравите. Очень признателен. Хотим сделать амнистию полную на день рождения канала. Все-таки 5 лет как бы в жизни это отрезок, а в Ютубе это еще больший отрезок. Как, ну как сказать? О, что связь не появилась. Нет. Непонятно. А в Ютубе еще больше отрезок, понимаете? 5 лет для того, кто занимается съемкой видео, это тоже большой отрезок. Много чего было, много чего не было и не будет. Поэтому спасибо вам огромное, если вдруг увидите это видео. Ну вот, очень приятно. Я, если не получится, приеду, сделаю амнистию. Всех освобожу. Потому что все равно это все зрители, как бы ни было. Поэтому на кого не обижаюсь, все будет хорошо, ребята. Поэтому, ну а что? Что я не гневую человек. Я долго злиться не могу. Я все с юмором воспринимаю. Я, ну, я так, знаете, нервничал, что не могу с мамой. Мама померила сахар 9,8. Сейчас ну, там 0,6 оно врет, 9,2 получается. Ну. Не знаю, хочу так, чтобы, может, раньше уехать, чтобы понедельник быть, хочу ее, может, в больницу положить, чтобы подобрали дозу инсулина. Коля, ты похож на Каалу. Тебе не казалось это? Mm-hmm. А что ты нюхаешь? Нюхаешь. Съездился здесь в магазин. О, ты... Чайник почти как у меня, Витёк. Как и видите, светящийся. Накупили в общем продуктов. Артемон такой. Так, такие печеньки артемон со вкусом шоколада и арахиса. Это в АТБ магазине. Так, ну, такие салфетки. Хлеб. Хлеб бутербродный, потом московская колбаса и Венеция. Топленое молоко, как мне нравилось раньше, пряжено на украинском, раньше в таких бутылках стеклянных и такой целлофаночкой закрывалось. Боже, какое оно вкусное было, топленое молоко, не знаю, вкус детства, скажем так. Российский сыр Кома классичный, мне сказали, что очень вкусный российский, разве правильно написано? Что хороший должен быть сыр каневский очень. Не обратил внимание, забыл. Потом пряники, фруктовый сад. Дальше мороженое идет. Мамма мия. Мамма мия, мамма мия, мамма мия. Китикет. Вот такая активия с ананасами. Бурундучок. Конфетки такие детские. Знаете, батончик был такой. Кусок называется. Шоколад Миллениум. Дальше шампунь такую. Я взял ушатый нянь. Это детский. Кстати, я нашел натуральный шампунь. Изготовляется в России. Я видел производство, хочу себе заказать, попробовать. Такой чай купил. Потом такие конфеты львовский трюфель. И тут гарбузовые семечки, смажено соленым. Я думаю, знаете, мы можем не семечки выпускать, а адские семечки. Сацавелят и Томаса. Адские семечки. Это кофе, стикеры, шоколадки. Ну там по мелочи. Кстати, насчет курения мне сегодня стали что-то упрекать, что я брехал, что я бросил курить. Во-первых, не говорил, что я бросил курить. Я обещал, что брошу курить, но у меня не получилось. Я в видео несколько раз говорил, что я курю, когда спрашивали. Поэтому зря вы накинулись на меня. Вот тут еще мороженое. Ну это на все дни пребывания здесь, потому что здесь ночевать. Магазина рядом нет, надо добираться на машине или на такси. Вот такой вот продукты.
Мне нравится очень, знаете, вот этот вот паркет. Паркет рынок. Что ты робиш? А мені хто розтеле? Я сам не вмію. А ти на що? Не розчитаєш? Или не считаєш? Не считаю. Вроді сказав, не розчитаю. Ну я переслухаю в записі, люди напишуть в коментарях. Такие диванчики, знаете, как велюровые, или как оно называется. Такое, знаешь, напоминает, я никогда не был в пионерлагере, напоминает какую-то советскую такую, да? Что-то советское. Такой обычный, ну, не люкс, конечно, ну, нормальный, но... Это люкс считается у нас. Так можно, что такого, в принципе, нет. Вода горячая, хорошая, напор хороший. Коль, сделаешь кофе? Коля, зубы чистые. Зубы чистые. Это что? Ультразащита. Это сумку в Минске покупал. А что на Коля, помялось, да, уже, чи что? Побільше бить, таскать, тягать в маршрутках, кидать на неї сумки на сумки. Конечно, що на путях. А де ти кидав на неї сумки на сумки? Ну, як їхали в маршрутці. Сьогодні? Ну, конечно. Я ж тобі казав, само здались падає, само здались падає. Так я її піднімав. Ти ну, хоч... упала раз, другий. Ну, ти хочеш сказати того, що упала, вона поморщилась? Ну, конечно. Сумкою треба тяжкожа, за нею треба дивитися. І що, це вже іспортилось? Нічого іспортилось. Ну, як її розладить, може, послінявити? О, спасибо, Коля. А ты мне положив простынь, чи она была? Положи, пишу. О. Да я соберу. Бачите, на разных постелях будем спать. Чтоб не выдумывали ничего. Что там выдумывать? Ну, я знаю, что там выдумывать. Вообще нет связи, конечно, тут вот это плохо, что я не могу ни позвонить никуда, ни Томаса посмотреть, ничего на свете. Мне показывали и квартиру, и Томаса, и все, а так, я как в неведении сижу тут, как птичка в клетке. А что ты сколько это самое шоколада набрал? Я куда тебе сладко? Хранится, я его буду есть. Шоколада, конфет. Я взял только шампунь, мороженое и колбасу. Ну и шо? Не будешь есть шоколадки, я никого не заставляю. Будешь есть сам. Будешь не есть это мороженое. Страшно. Так, что делать? Видите, какие коридоры. С дорожками, знаете, как в Советском Союзе такое. Знаете, вот, ну как сказать, типа такая для партийных работников. Были люкс номера, вот это у нас такие. Люкс. А воздух тут шикарный, просто. Какая природа. Это просто обалдеть. Сивый рыжик. А мне темный нравится. А тут еще где-то третий. Блохасти, че что? Ага, блохасти, блошки. Их тут кормят. Тут живут. Третья нона посвятит. Он там не сидит под баклан, это бордюр бил. И же два только было. Иди сюда. Иди сюда. Братик, где ваш третий? Сейчас, сейчас, еще ничего не дав. Колбаску. Побег. Сейчас тебе дам, рыжик. Ой, блин. Рыжик.
Ми там його. Бачите, він великий там. Ти такий маленький ось. Маленький давай. Чого ж вони так боять? Рчить. Здесь? Здесь, конечно. О, давай їм кубаску ходять. Бачки вони голодні. Я йду йожика голодні. Ммм, вкусно. Падла з землею, упала. На тобі ще. Кс-кс-кс-кс-кс. На, дурачок. І це я з'їм. Ммм, вкусно. Іди вон там колсочок лежить, дурачок. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну це котик рижий, сказав. Ну от же, колбаса, іди, іди, кс-кс-кс-кс. Ну іди, сліпий. Ну ось вона, да. Все, заморили червячко. Заморили червячко, да? Красавце. О, потянувся, ой, хорошо, покушав, уже можна жити, да? До зими, щоб подросли, щоб не замерзли тут. Де Коля, дівця, не п'яло? Красивий дом теж хочеш, да? І глазки у нього теж такі кс-кс-кс. Гляньте на мене. Тож, видите, такі рижі глаза. Ой, ой. Ох, ти він красивий. Ой. Хитрий, хитрий, а? Котяра.